Понимаю, что устала, понимаю, что надоело. Понимаешь, когда вынимаешь. Так, ребят, всем ку. Ну что, вторая часть? Но нам нужно идти. Продолжаем продолжать, нам нужно идти. Иначе холод и бог знает что. Да, давай. Так, зажать Ешку, да? Все, пошли. Мышкой что-то можем управлять, пока мест нет. Так, подпрыгнуть. Ага, понял. Слушай, я уверен, сегодня нам повезет. Так, Ctrl присесть, подпрыгнуть. Слышь, а где этот Аркаша и барышня? Гляди-ка, заяц. Бля. Настоящий. Давай его занимаем. Давай подберемся к нему поближе. Давай. Осторожненько. Тихо. Даже не дышать. Так, заяц. Ага. Да не бойся ты, ушастый, не обидим. Все будет хорошо. Дорогу спросить хотели. Как нам... Мы тебя просто в сметанном соусе сейчас зажарим. Вот это он дал дёру. Ну ничего, может еще нагоним. А неплохой бы из зайчика суп получился, да? Так, зажать шип, чтобы хотя, бежать. Хотя, судя по твоему взгляду... Да понимаю, что накормить и за ухом почесать охота. Так, что нужно делать? Ага. Окей. На ешечку. Ну ты прям Маугли. Не припомню, чтобы ты умела по деревьям лазать. Главное, чтоб такая махина на нас не свалилась. Согласен. Так, что мы на пробел перепрыгивать будем, камушки, да? Обойти мы их не можем, я понял. Да более знакомый орел. Интересно, не хотелось бы солдат встретить. Так, взять. А, нельзя, да? Понял, мы используем, чтобы подпрыгнуть. Оно? Ой, та ты шо. Прикольный звук. С ветерком! Уи! Так, шикарно. Ага, вот и зайка. Тихо. Здорово, заяц. О, вот и наш старый знакомый. Побежали за ним. Думаешь, надо бежать? Так, побежали. Опа. Так, а тут надо будет свалить, да, дерево, наверное? Сильная какая. Ну, а? все. Не зря же папа сына хотел. И не говори. Да не обижайся ты, это же просто шутка. Хоть и не смешная. Интересно, а родители были в курсе, что она слышит голоса? В голове или так вот? Так, тут, наверное, присесть, да? Эх, а еще пару лет назад ты бы здесь пешком прошла. Только бы ничего не обвалилось, только бы ничего не обвалилось. Так, я вижу зайку. Тут два варианта. Либо мне сейчас залезть на крышку. На крышу. Слава богу, крышу. Все обошлось. Либо ты до зайки. На него. Стоит, наблюдает. Не, ну с ним точно что-то нечисто. Ну что, все еще хочешь его покормить? Добрая у тебя душа, что сказать? Ну тогда будем в оба глядеть, что они там едят. Давай. Так, использовать. Слушай, ты прям как Алиса, только вместо кролика у тебя заяц. Так, сбросить. Только вот часов я у него не увидел. Тихо, 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 тихонечко. Ай-яй-яй. Бобо. Попа, бобо. Так, иди сюда. Пошлите дальше. Ну пусть будет, наверное, не знаю. Блин, вот все хорошо в этой игре, но графика меня что-то вообще убивает. Ты не устал бегать от нас, ушастый?
Самое интересное, вот посмотрите на варежку. Прорисовка хорошая. А сама картинка игры, ну, такое себе. Уже могли бы и подружиться. Ну да. Уже могли бы тебя и переваривать. Побежали. Стай. Ты быстр, но мы быстрей. Да, по сугробам выходит не так уж и быстро. Помню, зимой 41-го мы на Восточном фронте тоже вязли. В разведку на лыжах приходилось ходить. Так быстрее, не проваливаешься. Во-во. Вот же было дело, ты в танке горел? Там же как раз меня и ранили. А потом комиссовали. Ну а дальше ты помнишь, сама подлатывала. Так, теперь нам нужно подойти к дереву, да? Или к коробке. Так, только не врешь мне... А, да, мне нужно, наверное, сломать сейчас дерево. А потом уже... Так, все, пусти. Так, не, пусти. Дай залезть. Во, теперь и зажать. Хотя, в принципе, наверное, мы могли бы... И через коробку пролезть. Все, пошли. Так, бонжур. Присесть, да? Тихо, тихо. Ох, не нравится мне это. Тихо, 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 тихо. Пошли отсюда. На волосок прошли. И да не, что там, и не говори. Выбрались. Ну да. Главное, выбрались. Так, побежали. Так, что это такое? Бонжур? А, ничего. Да твою ж. Ты как, жива? Да вроде нормально. Кости целы? Так, встаем. Встаем и давай. Это хорошо. Попробуем отсюда выбраться. Надо понять, как нам отсюда выбраться. Для начала лучше осмотреться. Да, давай. Кто-то ведь жил здесь, выходит. Посмотрим. Так, что это такое? Записка. Не зря же тебя Клавдия Викторовна столько немецкому учила. Переведешь? Да, без проблем. Так, сынок, пишу тебе в надежде, что... то ты наконец одумайся. Угу. Я помню, как ты разозлился, бла-бла-бла, верю в тебя. В тебе осталось добро, и ты сделаешь правильный выбор. Мы с мамой очень скучаем. Твой отец Эрих. Судя по тому, что он смял письмо и оставил его здесь... Что? Что это значит? Так, ладно, давайте заберем что-нибудь полезненькое. Забери вилкой. Говорится, вилкой в глаз. Либо чашечку забрать. Не, ничего не можем. Окей. Так. Не, слишком прочная. Вот если бы ее чем-нибудь сколоть. Угу. Давай искать топорик. Ну, ага, вот что-то. А? Так, дай мне... Хорошо сохранилось. Не мудрено в такой-то холод. Дай мне редиску сюда. Если выберемся, будет наконец-то чем зайца привлечь. Так, забрать и... Смотри, мешок сухарей. Первое время мы на этом точно протянем. Да по-любому. Лет 5 точно. Так. Гляди-ка, там что-то есть за стеной. Угу. Давай попробуем расшатать эти дощечки. Давай. Во. Давай, туда-сюда, туда-сюда. О, раз. Два. Вот так, давай. Шикарно. Давай еще. Ну... Все, пролезем. Ух, осталось последнее. Ну что, кажется, теперь ты сможешь тут пролезть. Вроде да. Посмотрим, куда ведет этот проход.
Так, пошли. Пошли отсюда. Во, а вот и топорик. Так, шикарно. Это то, что нужно. Только ты с ним поосторожнее. Это же топор. Хорошо. Не переживай. Ну что, устроим дом для стали библиотеки. Этому бревну. Осталось подтолкнуть. Фух, сегодня наш день. Все, шикарно. Пошлите отсюда. Давай. Давай, выходи. Она по бревну, как Спайдермен, будем лазит прям. Лучше под ноги смотреть. Угу. Что-то погода совсем портится. Вот бы нам с тобой ночлег отыскать. Ураган начинается, да? Где же наш пушистый друг? А, вот он. Похоже, нас не видит. Так, бонжур. Давай поближе подойдем. Свеклу протянем, а ось клюнет. Давай. И занямаем его. Смотри. Ах ты, падла. Зайку, падла. Застрелил. Ладно, уходим отсюда. Мне что-то перехотелось кушать. Или нам бежать лучше? Или нам лучше бежать, как думаете? Черт, сколько же их тут. Ну да, согласен. Тут не на шуток. Попадаться нам никак нельзя. Так, ну надеюсь, кусты нас же спрячут, правильно? И мы тут сможем пройти. Стой! Видишь, фонарем светит. Вижу. Так, надо будет просчитать время, да? Ага, пошли. Пошли. Так, а тут что дальше делать? Так, хорошо. Так, пошли. Нет. Ладно. Стой. Видишь, фонарем стоит. Стою. Так, и что, и когда нам идти? Рано, да, еще? Ага. И сейчас, наверное. Все, пошли. Пошли. Так, надо было идти, блин, все поздно. Сейчас он будет светить там. Не-не-не-не, погоди. Все, пошли отсюда. Во, может, винтовку возьмем? Вот стоит. Не понимаешь, что она маленькая девочка, но думаю, может быть, разобрались. Так, стопе. Сейчас нужно будет опять время высчитать, чтобы нормально пройти. Так, успеем? Или не успеем? Успеем, все, хорошо. Давай, зайчик, давай. А что за бред? Я ж вроде прошел. Или нельзя было? Нет, ты меня не видишь. Ну скажи, что меня не видишь, ты меня видишь, падла. Ладно, ждем.
пошли. Хорошо. Успеем? Нет, не успеем. А сейчас успеем, да? Нет, не успеваем, не успеваем. А сейчас успеваем. Все, до побачення. Так, а тут что делать? Ага, он меня, я понял, это он меня светит фонариком. Хорошо, нужно дождаться и точно пройти. Ладно. Так, успеваем? Вроде да. Так, стопе. Давай направо, налево. Пошли. Короче, сейчас в этот момент нужно будет дождаться, когда он... Это он не будет светить нам в спину. Все, но здесь мы запрятались. Так, раз. Сейчас она опять сюда, два, да? Да. Все, теперь можем идти. Ну все. Все, мы запрятаны. Ага, почти незаметно, да? Так, хорошо. Надеюсь, здесь нету ничего такого. И мы с вами пройдем. Стоп. А нам точно так надо идти? Так, давайте, наверное, присядем лучше. Давайте, наверное, лучше присядем. Ух, ну неужели пронесло? Уи! Тихо, тихо, вставай, вставай, вставай. No. Заметили, беги. Найн. Донде стали библиотека. А, вставай, пожалуйста. Понял, тут перепрыгивать надо. Понял. Хопа. Так, побежали. Вставай скорей. Встаю. Все, до побачення. Ася, что с тобой? Ася. Ну все, это конечно. Я думаю, на таком холоде Ася... Как бы все закончилось. Асенька, просыпайся. Мама, я не хочу в школу, у меня животик болит. Скоро начнется. Давай, я тебе помогу. Доброе утро, мам. Ты не видела варежку? Да постирала я твоего товарища. Еще вчера вечером. Сохнет. Я его не могу здесь одного оставить. А, хорошо. Только давай скорее, а я пока в очередь встану. Угу, я мигом. Да, давай найдем варежку. Так, где наша варежка? Сохранение. Ага, вот ты где. А вот и варежка. Не дотянусь. Серьезно? Так, и шо? И шо надо? Стульчик-табуреточку. А, вот, метлу надо взять. И на ней как раз полететь, правильно я понимаю? И на ней как раз будем сейчас взлетать. Все, давай сюда.
Шикарно. Ну, вот так пробуждение. Долго я спал? Пойдем скорее. Мама уже заждалась. Все, пошли. Так, shift, бежать мы не можем, ладно. Давай пройдемся. Бонжур. Пустите, пожалуйста. Конечно, мышонок, пролезай. Спасибо. Давай руку. Как он? Успел хоть высохнуть? Да, все хорошо. Ну и слава богу. Как здоровье твое, Катюх? Ничего. Бывало и хуже. Кашель мне твой не нравится. Слушай, Злат, а горчишники у тебя остались еще? Да было пару штук вроде. Вот, после смены будем ставить, значит, не отвертишься. Ох, девчонки, что бы я без вас делала? Сама бы ставила. Да брось ты, ерунда. Кстати, а вы знали, Надька-то наша? Швайгт! Вартит больше болтат! В смысле? Шо Надька там? Кто? Кто? Шо? Алло. Ишь ты какой серьезный. Ага. Не серчай, Гюнтер. У нас тут развлечений так немного. Diese Frauen werden mich noch verrückt machen. Пойдем, доча. Пойдем. Холодает с каждым днем. Ничего, мы с тобой не такие морозы видали, правда? Да, мне вот совсем не холодно. Вот, не зря тебя папа закаляться приучал. Да. А ты его заболеваться ледяной водичкой не хотела. Кто же знал? Оно-то и видно, да, что? Ухо у нее до такой степени красное, что сейчас пойдет вообще не холодно. Ох, что-то мне нехорошо. Я придумала. Давай сегодня поменяемся. Как это? Я буду основную работу делать, а ты мне помогать. Ну, как же ты будешь? Не переживай, я справлюсь. Вот увидишь. Чего бы сделала, сидите? Новая партия ждет на улице. Так иди разгружай, что ты тут стоишь. Ага, я мигом. Надо ящик с улицы принести. Ты уверена, что сама справишься? Да справимся. Конечно. Пошли. Так, потащили. Тогда поступим так. Я буду намыливать, а ты щеткой чистить. Да, давай. Моем, Мила. Моем, труба чисто, чисто, чисто. Все? Ага, вот еще. У тебя отлично выходит. Молодец. Все, шикарно. А можно минут на 40 геймплея вот такого? Стоять, стоять. Вот и со вторым закончили. Ловко у тебя получается, дочь. Так, вообще. Ну, дай сюда. Развернули и... Давай дальше чистить. Все, я надеюсь. А нет, еще не все, да? Ну так. Что, теперь, когда все чисто, можно приступить к починке. Да, давай, берем молоточек, да? Только или... вот у нас, похоже, материалы закончились. Ой, ну тут только не надо вот это. Возьмешь вот. Возьмешь у тети Нади коробочку. Хорошо. Сейчас. Идем. Где? Тетя Надя, а вы не дадите нам еще материалов? Для тебя, солнце мое, все что угодно. Тогда раздевайся. Вот, держи. Спасибо. Спасибо. Так, идем чинить. Угу. Смотри, теперь нам нужно залатать дыры. Да, давай. Где тут? А, вот. Ложим вот сюда. Ну.
Ну дай, ну пожалуйста. Почему она не хочет? А, надо клеем, да, сначала намазать. Шпоник, шпоник, шпоник. Умница. Во, молодец. Давай. Намазали. Так, это сюда. Это вот сюда. А или это не сюда? Вот это вот сюда, да? Нет. Не подходит. Сейчас подходит, все отлично. И замечательно. Давай сюда. Ой, бред какой. Так, давай, намазываем, намазываем. Тут тоже намазываем. Все, везде намазали. Так, этот кусочек вот сюда. Этот, по-моему, сюда. Все, могу теперь ремонтировать обувь. Так что, если со стримами завяжу... У меня просто мастерица. Буду так кисточкой. Шик-шик-шик-шик, стук-стук-стук и все. Теперь остается подошву починить. Да, давай. Я пока все подготовлю, а ты принеси, пожалуйста, ящичек с инструментами. Хорошо, без проблем. Так, а где он находится? Этот ящичек с инструментами. Ага, вот он. Meine Güte. Откуда руки растут? Сам дурак. Я сейчас все соберу. Ох, милая, не переживай. Сейчас помогу. Так, ага. Понял, нужно еще собирать, да? Так, дай сюда, дай сюда. Руки откуда растут? Сам попробуй, подними такую тяжесть, падла. Да? Шикарно. Почти справились. Остается приделать подошву. Так, давай. Пуник, пуник. Ё-моё, как неудобно. Тихо, 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 тихо. Так, ага, хорошо. Отлично. Не попал. Попал. Так. Блин, это тяжелее, чем кажется, ребят, не поверите. Ну? Во. Отлично. Можно только один сапог? Не надо три штуки, пожалуйста. Не надо три штуки. У тебя золотые руки. Ну нет, ну оно ну, неудобно его так делать. Ребят, пробуйте игру скачать и сами на этом моменте, как оно у вас будет. Так, ниже. Отлично. Еще. Еще. Не туда. Во. Дай, 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 дай. Пожалуйста. Ну дай. Падла, еще один сапожек остался, помимо этого. Отлично. Так, не попал. Ага. Если бы я так ремонтировал сапоги, я думаю, до сих пор бы это делал бы. Так, дай сюда. Второй. Третий. Во. Ну, гвоздик, ну, пожалуйста. Ну, не прикалывайся. Что такое? Что за бред? Этот молоток виляет прям как... Прям как из бадуна, когда руки трясутся. Может, передохнешь? Да, давай. Я же вижу, ты молоток уже еле держишь. Хорошо, давай отдохнем немножко. Нет, я хочу все успеть. Так, дай сюда. Ага, почти. Опа. Так, ладно, давай. Как получится, так получится, как говорится. И так сойдет. Да погоди, я не закончил с молоточком. Мам, ну мы же не успели, как же так? Не переживай, ты у меня прекрасно со всем справилась. Но ведь нам теперь режут талоны на еду. Ничего, у меня там для тебя кое-что осталось. Ты, наверное, так устала сегодня. Ничего, доча, скоро уже ляжем, передохнем. Да, идем, посмотрим. Что нам мама приготовила? Ну что за глупости? Я так тобой горжусь.
Ты у меня такой взрослый стала. Не должны дети взрослеть так рано. А напишите мне в комментариях, это я единственное не успел доделать. Для меня ты всегда будешь крохой. Или так и есть по сюжету игры. Бонжур. Донде стали библиотеки? Не, понял. Вы тоже не знаете. Ну что, Кать, горчишники будем ставить? Да, давай. Я уже водичку подогрела. Спасибо, дорогая. Только Асю уложу и зайду к тебе. Да не надо. Раздевайся. Давай сейчас. Поможем тебе. Ну, как обычно, на самом интересном месте. Ну что, пора бы нам с тобой ко сну готовиться. Да, давай. Давай, ложись. А я с тобой посижу немного. Ты как, в порядке? Да, нормально. Я так испугался, когда ты сознание потеряла. Но все-таки мы с тобой в рубашке родились. Кому расскажи, не поверят. Согласен. Ну все, пора нам двигаться дальше. Так, встаем. И пора двигаться надеюсь, дальше. Больше мы тут никого не встретим. Так, надеюсь, мы найдем с вами ночлег. И на этом, в принципе, серию можно будет и заканчивать. Эх, вот бы нам сейчас укутаться в теплое одеяло. Налить чайку. Сидеть себе у печки и ни о чем не думать. Ты только это, нос не вешай. Должно же нам сегодня повезти. Надеюсь. Так, все, мы теперь можем бежать. Побежали. Погода что-то совсем дрянная становится. Так, перемещение, хорошо. Отлично, пошли. Бух ты мой. Что там? А куда нам надо вообще? Ни шагу назад, прорвемся. Прорвемся, пошли. Найн-найн-найн-найн-найн. Только вперед. Только вперед. Может, нам вниз нужно спуститься? Как думаете? Нет, не нужно. Нет, не нужно. Значит, просто бежим. Так, бежим. Я стараюсь бежать прямо на камень, типа, чтобы не так сильно дуло на нас. И ветром не сдувало. Хотя, наверное, тут так не работает, да? Так, во, я вроде домик вижу впереди. Ну, дай. Или это не домик, это скалы. Смотри, кажется, там что-то есть вдалеке. Я ничего не вижу. Алло, что за бред? Я все заново и заново. Где вдалеке? Что случилось? Что от меня хотят? Ага, можно... Ага, может, перебежками просто надо делать это. Понял. Ладно, давай попробуем перебежками. Так, ветер пошел, да? Все, закончилось. До следующего камушка. Блин, гребаные загадки вот эти вот. Так, побежали до следующего. Все. Успели.
Но если это не так, тогда я не знаю. Так, побежали. Побежали до следующего камушка. Так, а здесь, наверное, присесть надо, да? Все, шикарно. И еще чуть-чуть. Угу, на другую сторону. 3, 2, 1, побежали. Побежали. Все, мы почти тут, почти добрались. Пожалуйста. Нет, ну пожалуйста. Ну. Все, девочка, дома. Похоже, никого нет. Есть идеи, как попасть внутрь? Да, через окно. Взять топор и через окно, да? Так, нам тоже не пробраться. Так, давай топорик. Может, нам чем-нибудь сломать эти доски, а? Мух! Вот же, а? Ты падла. Не будем отчаиваться. И что делать? Придумаем что-нибудь еще. Угу, может, наверх? Во, да, сюда. Сейчас только переждем. Давай. Думаешь, через крышу? Да. Давай попробуем. Давай. О, вижу проход. Все. Ой. Отлично. Ничего не видать. Да тут не сильно теплее, чем снаружи. Так, ребят, давайте, наверное, мы в следующей серии уже продолжим наше прохождение. Как раз на этом месте с вами, как говорится, услышимся и увидимся. Все, всем спасибо за просмотр. Не забывай там лайкосик, комментарий, ну и подписочку. Так что все, всем пока-пока и до потом.